История моей родины. Под таким названием прошла выездная встреча с участием депутатов районного совета депутатов, подопечных Солигорского районного территориального центра социального обслуживания и представителей общественных объединений. Место встречи – памятный знак, установленный в честь 60-летия Великой Победы на улице воинов-интернационалистов. Чем знаменательно это место? У этого памятного знака захоронена капсула, в которой находится земля из развилки нашей героической скорбящей матери. Земля из сожженных деревень нашей Солигорщины. Находится послание молодежи, которое, я надеюсь, они прочитают в столетие Великой Победы. И находится стихотворение тоже потомкам молодежи, которое написал наш поэт, земляк Федор Гуринович. Одним словом, это место очень важное. Гости на встрече могли узнать больше о родном крае и о ветеранах Великой Отечественной войны, которых уже нет в живых.